Умение управляться с таким большим трактором – это как дар свыше, уверен Сергей Шанин. Он уже несколько лет работает на фронтальном погрузчике. Виртуозно проехать по узкой дорожке, развернуться на крошечном пятачке и идеально собрать снег дано не каждому. Учиться одно, надо еще талант к нему иметь. Вживаемся полностью в технику, ювелирно работаем. Как говорится, чтобы машины не помять, бордюры не вырвать. Как говорится, одно целое с техникой. Еженочно на уборку Ленинского района выходят 30 единиц спецтехники предприятия «Кедр-1», а во времена обильных снегопадов и все 50. Погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега и машины для разбрасывания реагента. После вечерней разнарядки каждый отправляется на свой участок, и работа кипит до самого утра. Пока небесная канцелярия не скупилась на снег, машины без перерыва его вывозили на полигон. Каждый из 25 КАМАЗов за ночь сделал 20 рейсов. За смену рабочие успевают полностью расчистить весь Ленинский район. Потому что район, я бы сказал так, сложный. Вот. Много машин днем приезжают сюда на работу. То есть запаркованность улиц, я бы сказал, на 90% днем. Поэтому нам удобнее работать ночью. Работа на свежем воздухе, конечно, закаляет и бодрит, но все-таки нужно утеплиться. Шапка и варежки обязательно. А затем будут у нас разогревающие процедуры. Техника техникой, а ручной труд все-таки никто не отменял. В Ленинском районе без дворников не обойтись. Одновременно с техникой снег убирают около 30 человек. Дорожки здесь нужно расчищать особенно тщательно. Да еще успеть стряхнуть снег со скамеек, столбов и деревьев. Все должно быть идеально. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.